Инициатива принадлежит губернатору, напомнила Ирина Баканова. Закон о присвоении звания «Город трудовой славы» принят областным ЗАГС-собранием. Город Димитровград присоединился к этому движению за то, чтобы городу было присвоено звание «Город трудовой славы». И вот на сегодня такая работа проводится на территории нашего замечательного города. И мы надеемся, что мы действительно такое звание получим. Тыловой Меликес внес большой вклад в великую победу. Фонд обороны Родины было собрано более 2 миллионов рублей. На строительство танков, эскадрилей, самолетов имени Куйбышева собрали 1 368 000 рублей. В городе было сформировано 3 военных дивизии, которые были отправлены на фронт. Ну, на механическом заводе «Вата-запчасть», это нынешний завод «Химаш», в годы войны изготавливали корпуса для снарядов 76-миллиметровых пушек. В Меликес были эвакуированы фабрика имени Клары Цеткин, дети из блокадного Ленинграда, здесь находился госпиталь. Вопрос о присвоении Димитровграду звания города трудовой славы вынесен на широкое обсуждение общественности. Но окончательное решение примет конкурсная комиссия во главе с губернатором. Кстати, по предварительным данным претендует 5 городов, в том числе сам Ульяновск. Результаты станут известны примерно в апреле, в преддверии юбилея Великой Победы. Городу, получившему это почетное звание, вручат знамя трудовой славы. Арина Макарова, Виталий Немов, новости Димитровград.